Здравствуйте, сударыни и судари. В этом году горец вымахал вообще невиданной высоты. Посмотрите, у меня 1,56 м. А это что такое? Огромное растение. Я, конечно, понимаю, что далеко не каждый может себе позволить выращивать в саду горец. Но это же какое интересное растение. Вы скажете, для чего? Но неужели обязательно должна быть какая-то утилитарная польза? Хотя у горца есть такая польза. Он тушит пожары, не дает распространяться пожарам там, где они есть. Так что мой дом под защитой горца. Обычно лесные пожары наносят колоссальный вред. Но случается, что стихия не в силах преодолеть неожиданное препятствие. Из-за горца. Сахалинская гречиха не горит, даже облитая керосином, потому что в ней очень много воды. При слове «горец» дети оживятся, вспомнят подвиги дрочливых бессмертных из Голливуда. Лицо кавказской национальности подкрутит ус. Да, я такой. Вы сейчас можете себе составить точное представление о горце. Многолетняя гречиха. Цветет это растение не каждый год, но случается, выбрасывает бело-желтое соцветие, немного похожее на таволгу. И тогда куст подобен белому облаку. Очень красивое растение. Горцы-агрессоры в саду. Этот досадный момент нужно учитывать и либо ограничивать их, либо терпеть и встречать неожиданные побеги в разных местах. Очень много воды, тепла, и горец вырос. Вот такой вот. Я думаю, в этом году он зацветет и порадует меня. Если есть у существа или у растения все, что необходимо ему для прекрасного развития, так и будет. Заходите к нам почаще, задавайте вопросы. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы и на ваши комментарии. Здоровья вам и до встречи!